Празднование Дня работников морского и речного флота проходило на морвокзале 28 июля. Как всегда по установившейся традиции, концерт проходил на понтоне вдоль Дуная. Артистов от зрителей отделяли воды канала, что придавало действу особый шарм. На набережной Луки Капекраяна и на площади перед зданием морвокзала, как всегда, собралась уйма народу. Этот праздник особо чтим измаильчанами, ведь Измаил издавна славет городом моряков. Открыл концерт, тоже по старой доброй традиции, народный хор ветеранов Дунайского пароходства. Он исполнил несколько любимых моряками песен. Публика по ту сторону канала с удовольствием подпевала. Затем зрителей порадовали маленькие пчелки. Младшая группа образцового танцевального ансамбля «Катюша» под управлением Дины Щербань. Спела для измаильчан зажигательная Ксюша Дорошенко. Официальную часть мероприятия составила выступление с поздравительными речами представителей городской и районной администраций, руководства порта и пароходства, духовенства города. А потом началось самое любимое публикой костюмированное театрализованное литературно-музыкальное представление. Нептун появился во всей красе, прибыл на барже-тягаче со всеми морскими атрибутами и неизменной свитой. Вдоль баржи развивались флаги и била струями в разные стороны вода. С большой помпой царь морей и океанов сошел на Измаильский берег. В концерте также приняли участие народный ансамбль танца «Тенеретия» из Озерного, Татьяна Забалухина, Дарья Никулина, Надежда Чернева и многие-многие другие. На морвокзале было весело и празднично. Никто не дебоширил, так как праздник был надежно обеспечен охраной. Также налаженно работал транспорт. Бесперебойно ходили маршрутные автобусы. Так что, несмотря на огромное скопление людей, народные гуляния прошли прекрасно, организованно и оставили впечатление настоящего яркого праздника. Оксана Карселян, веб-студия «Курьер».